В конце ноября в Иерусалиме прошел традиционный, уже 14-й фестиваль «Джаз Глобус». И, как всегда, на сцене зала «Гармония» ведущие израильские джазмены и великолепные музыканты из США, России, Нидерландов, Польши, в этом году и из Японии. Фестиваль сопровождала выставка «В ритме джаза» – картины и фотографии 20 израильских художников. Но вернемся к музыке. Ленни Сандерский, ученик знаменитого питерского саксофониста Геннадия Гольдштейна, много и успешно гастролирует в Европе и США. В Иерусалиме Ленни познакомил нас со своими новыми джазовыми композициями. Трио Михаила Агре, можно сказать, ветераны джаз-глобуса. И уже не первый раз на фестивале с ними поет зажигательная Ирина Розенфельд. Thank you.
Еще один замечательный вокалист – Фрэнк Ост. На фестивале он пел сопровождение ансамбля Якова Муравина. Пульсирующий ритм в стиле джаз-фанк.